Більше півстоліття пройшло після закінчення навчання у рідній альма-матер, а вони все такі ж дружні. Згадують своїх одногрупників то з усмішкою, то зі сльозами на очах. У більшості складна, часто трагічна, але така знакова доля. Їх життєві історії залишилися на сторінках мемуарів або ж історичних книг. Це був перший випуск Харківського політехнічного інституту. Це було 60 років тому, і дружба цих одногрупників перевірена роками. Їй 65 років. Життя тоді була тяжка. Я вспоминаю, вот как в общежитии ребята жили. Да разве так, как сейчас? Ничего не было. Жили в Гиганте. Мы собирались. Самое, помню, на Новый год, как мы у Петьки собирались, наш староста. Приносил кто-то ведро винегрета. Ну, понимаете, ну все было. У нас когда... Дружба началась еще с первых курсов института. Это само собой. Но у нас и было вот 65 лет. Вера в будущее как-то все. 60 лет, да? 65 лет дружбы нашей, знакомства. И 60 лет окончания института. Вони кажуть, курс був таким успішним, бо посів був вдалим. Серед студентів були переважно медалісти, а в ті часи золота медаль за навчання в школі давалася учням надзвичайно важко. Це був незвичайний випуск не тільки тому, що перший. Складно зараз буде знайти студента, так відданого обраній професії навчанню. Може тому майже всі випускники знаменитого першого випуску факультету радіоелектроніки ХПІ стали академіками, професорами, вченими. Їх знання знадобилися в розробці атомної бомби, вони успішно займалися навігацією і геолокацією по всьому колишньому Радянському Союзу. Особый факультет был, в общем-то, брали туда, так сказать, проверенных, отличных, потом еще чистки, ну, будущие радиолокаторщики. И более того, вот, мы со Славиком даже атомными бомбами занимались в свое время. То есть после окончания института нас послали, призвали в армию. Мы думали, будем радиолокацией заниматься, а потом, значит, нам... предъявили, чем мы будем заниматься. И занимались мы, обучались этому делу в Крыму, Багеров, такой есть полигон, да, под Керчью. Да. И вот там, значит, нас научили, что делать с атомной бомбой, как ее снаряжать, как ее подвешивать. Разделили нас таким образом, что одни занимались атомным оружием как таковым, а другая группа занималась носителями, ракетами. Вот. Так что гражданская жизнь закончилась довольно быстро. Повна самовіддача навчанню не заважала особистому життю. Студенти закохувалися, одружувалися, часто зі своїми ж одногрупниками. Всі ми розписувались в основному в 55-му году, январь-февраль. У нас було 21 дівчинка, і от ми розписались, многі зі своїми ж. У нас багато пар сложилось, так? Да, 9-10, от Лена зі Щербою. Но им сразу не разрешили расписываться. Ее ж перевели на электрофакультет, а Слава остался у нас. Ну, они там тихонечко-тихонечко, но втихаря расписались. А почему не разрешали? Что, все равно факультет уже расписываться? Нет, можно было, но у нас был очень декан строгий. Доцент МИЦ Александр Антонович. Доцент АА. Собрал нас и объявил так. Кто хочет ехать вместе по назначению, расписывайтесь, иначе разгоню в разные стороны. И все, и мы быстренько все порасписывались. 65-річна дружба – це зустрічі чи не щороку. На день випускників намагаються приїхати навіть ті, кого доля занесла далеко від міста студентських років. Наприклад, Ліна Пітерська давно москвичка, але приїхати на зустріч із одногрупниками у Харків для неї святе. По-моєму, я самий
вспоминателем. Активный участник всех встреч. Каждый раз приезжаю. Я очень люблю эти встречи. И страшно возмущаюсь, когда харьковчане не приходят на встречу. Незважаючи на те, що всі студенти радіофаку, перш за все технарі, у їх серцях жила і живе любов до мистецтва. Вони співають, малюють, пишуть книги, вірші. От я хочу сказати, що наш радіофак, Р-10 у нас було, 50-го року набору. Це був прекрасний коллектив, прекрасный. Вот мы когда пришли только на первый курс, были очень разные люди. Часть кончила только что школу, а часть пришла с фронта. Ну, мы были совершенно разные, но были это до поры до времени, мы разные. И к концу первого курса мы все передружились, перезнакомились, и появилось вот такое образование, Р-10. И появились у него характерные черты. И первая характерная черта у него была то, что очень любили город, в котором учились. Ни плющем увитая мрачная вилла, ни зелень висячих садов, ни белых лебедушек гордые шеи над гладью зеркальных прудов, ни аркой мосты над твоей рекою, ни шпили в лучах золотых, не украшает город собой улиц проспектов твоих. И все же из всех городов во вселенной ты сердцу дороже, милее. Рядом с Тарасом твоим непокорным, на площади гордой своей, или в парке гулять по аллее с зеленым, стоять у родимых дверей, туда, где огромное серое здание, где он в общежитии жил. Придет мое сердце тайком на свидание к местам, где он часто ходил. С каждым роком дружня компания выпускников 55-го року радіофаку Харківського політехнічного університету стає все меншою. Але про тих друзів, які відійшли у вічність, неодмінно згадують за святковим столом. Бо ж згадати є що? Ті кількості приємних спогадів, скільки подарували студентські роки цим людям, може позаздрити кожен.